Как работать с интерактивными заданиями со стороны учителя? Перед каждым уроком учитель анализирует степень сложности и объем выполнения каждого задания. В зависимости от этого детям предлагается выполнить одно, два, иногда три задания. Если в задании необходимо впечатать каждую букву, это достаточно трудоемко для ребенка и затратно по времени. Поэтому такие задания на одном уроке может быть не более одного. Помимо этого, обратите внимание, что на электронной странице 1 есть подстраница 1 и подстраница 2. На подстранице 2 задание простого типа, где нужно всего лишь выбрать правильный ответ и проверить. В зависимости от этого необходимо выбирать объем и количество заданий для ребенка.